Друзья, приветствую всех. Нам часто задают вопросы, как попасть к нам в наши санатории из Грузии. Раньше у нас были открыты сухопутные границы, но сейчас, на данный момент, у нас открыто только воздушные. И каждый гость, каждый желающий из дружеской нам страны Грузии может прилететь в аэропорт имени Гейдара Алиева как днем, так и ночью. Обязательно наши водители их встретят, отвезут в наши санатории. По дороге, естественно, предоставят им наш чай, наши национальные сладости и спокойно, с комфортом отвезут в санаторий. Вот сейчас также мы приехали в аэропорт имени Гейдара Алиева для того, чтобы встретить наших гостей из нашей дружеской страны Грузии и отвезти их в санатории. Звоните, пишите, бронируйте. Будем рады.